Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерзляк. Задание 512. Докажите, что равные хорды окружности равны удалены от ее центра. Итак, возьмем окружность с центром в точке О и проведем две равные по величине хорды. Хорда АВ и хорда CD. И запишем, что эти хорды равны АВ равно CD. Расстояние от точки до отрезка – это длина перпендикуляра, опущенного из этой точки на этот отрезок. То есть вот так отрезок ОМ перпендикуляр. Вот это, давайте так напишем, ОМ перпендикулярно АБ. Это и будет расстояние от центра до хорды АБ. И проведем перпендикуляр ОН. УН на CD. Это будет расстояние от центра окружности до хорда CD. И нам нужно доказать, что вот эти перпендикуляры вот ОН ОМ равен ОН. Первое. Ну, ОМ перпендикулярно АБ. У нас есть теорема. Следующее. Диаметр перпендикулярной хорде делит ее в точке пересечения пополам. То есть, если мы вот так продлим ОМ, ну, ОМ – это часть диаметра окружности. Вот этот диаметр перпендикулярен хорде АБ. Следовательно, по этой теореме отрезки АМ и МБ равны. Точно так же ОН перпендикулярно CD. Вот мы можем продлить. Да, нет, вот так продлим. Вот продлим. И мы получим диаметр, который перпендикулярен хорде CD. И точкой N он делит эту хорду пополам. Значит, DN равно NC. Но по условию у нас AB равно CD, значит, равны их половины. Половина AB – это отрезок MB. И половина CD – отрезок CN. Значит, MB равно CN. Третье. А теперь мы вот так соединим O и B. И соединим O и C. И рассмотрим два прямоугольных треугольника. Треугольник ОМБ и треугольник ОНС. Оба треугольники прямоугольные. ОБ и ОС – это их гипотенузы, и они равны, а потому что они радиусы одной и той же окружности с центром в точке О. И, как мы показали, отрезки МБ, а это катеты в них, а МБ равен катету СН – тогда эти прямоугольные треугольники равны по катету и гипотенузе, а следовательно равны вторые катеты, то есть ОМ и ОН. Но это нам и требовалось доказать, поэтому задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.